Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у нас будет очередная серия безумного зоопарка под названием Читер Патруль. Если ты, да-да-да, именно ты поставишь лайк, то у тебя будут только вот такие крутые арканы. Но если ты проигноришь это и не поставишь лайк и не подпишешься на мой канал, то максимум, что у тебя будет, это вот такие скины. Поэтому, дружище, ставь лайк и подписывайся на мой канал, и тогда у тебя будут только крутые скины. Ну что же, поехали! Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну а теперь рубрика «Смешные комментарии» от вас. Поэтому пишите смешные комментарии. Ну и самый популярный комментарий под прошлым видео, то что Кент и ПК, ты опять все перепутал и опять опозорился. Это не читер, это просто баг и может стоять на этой платформе. Окей, ребята, я вас понял. Его никто не забанил, не переживайте. И в рубрику «Смешные комментарии» попал смешной скриншот. Ну, короче, почтенный, я не знаю, это читер или это баг, но однозначно этот парень нехороший человек. Вы мне все писали: «Кент, давай 4 кента». Ребята, без проблем, давайте смотреть. Поехали. Вот я оригинал, а это 3 дурачка каких-то. Поехали, почтенный, смотрим. Также вы все писали комментарии: «Твое лицо, когда Кент ПК забанил твой аккаунт». Ой, не то. И если вы думаете, что я заброшу нашу традицию, то вы, ребята, меня очень плохо знаете. Как обычно, вырубаем читера. Кент го читера с ноги и головы одновременно. No problem. 5 minutes later. Читеры, ловите! Илюша, 21 год. Хорошо, хоть носок без дырки. И мне, ребята, слили около разработчики важную инфу, то что все читы на стендов называются членикс. Поэтому, ребята, никогда не используйте членикс, иначе у вас будет полный членикс. Ну а теперь вопрос к вам, к моим подписчикам. Ребята, что это? Это, ну, реально такое возможно? У чувака всего лишь 13 игр, и у него уже глобал. Ну, это нормально вообще? Я просто, может, счет не знаю, может, я не в теме. Но это читерский аккаунт или нет? Как вы думаете, это очень важно? Напишите, пожалуйста, в комментарии, реально ли это или это читы. Ну, а сейчас будет просто лютый трэш. Я, ребята, все понимаю, но этого парня надо забанить в первую очередь. Потому что у него есть скин Stand of 2, которого нету ни у кого. Я таких читов никогда не видел. Ребят, я впервые вижу вот такие вот читы, посмотрите. Ну как это можно назвать словами? Что это? Откуда у него этот скин, мать его, за ногу? Откуда? Ах ты, говнюк, мы тебя забаним, а есть твой ID, и ты получишь бан. Фу, ребята, фу, фу. Опять новые читы какие-то придумали. Ну реально, не было скин-ченджера. Откуда? Ой, ну а сейчас будет мое самое любимое. Мы, ребята, будем банить донатера, читера с крутым скином, с наклейками и с ножом. Посмотрите, у парня спидхак. Так... Так, а ну-ка, ага. Видите, ПВХ стрелять, видите, пытался убить ПВХ. У него спидхак, обратите внимание. Пытается убить игрока и не убивает. Как можно быть таким браком? У тебя же есть ВХ. Ну, еле как, кое-как, с горем пополам он его убил. Геннадий Горин, 3-0-3-5-5-9-3-9. Ты получаешь бан, пока. Ну, а сейчас вы, ребята, увидите читера, который ходит через стенки, как ни в чем не бывало. Давайте посмотрим, вот чувак залез в стенку. Так. Так, убил, опять залез в стенку. Ну, говнюк, опять убил. Ни хрена себе он наглый. Прикиньте, ребят, он еще имеет наглость убивать с ножа. Не, ну такого читера, как этот, надо банить навсегда. Лучше пожизненно, лучше еще в тюрьму на 10 лет посадить. Не, ребят, ну тут сходу бан. Чувак ходит сквозь стены. Ё-моё, вы только посмотрите, что он делает. Будет смешно, если еще их команда проиграет. Это будет тогда читер нуб года. Так. А ну-ка, ребята. А, смотрите, ВХ, 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 пытается убить по ВХ и убил. Блин, если бы он не успел разминировать бомбу, было бы круто. Пожалуйста, не успей, пожалуйста, не успей. Убейте его, убейте читера, убейте этого говнюка. Да, убили! Вот так, читеры! Отсосам бус! ID 579,
6-4-7-9-5. Пока. Ну а сейчас вы, ребята, увидите еще одного любителя членикса. Ну, читов таких, так называются читы. Смотрите. Вот. Вот мой подписчик нормально играет, его убивает какой-то говнюк под ником «Хочу в Мерс». Вот мой подписчик прыгает и опять этот говнюк убивает. Ну, ну вот зачем? Ну, 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 366-09-853. Ну вот ты получишь бан. Вот нефиг читерить, понимаешь? На моих подписчиков батон лучше не крошить. Да, опять он убил. Вот говнюк. Но ничего страшного, мы, ребята, с ним разберемся. Ох, ну что же, сейчас вы, ребята, увидите еще одного читера-донатера. Ох, сейчас кое-кто тоже получит бан. У парня есть ножи, у парня есть крутые скины, но он играет с щитами. Что у вас в голове? Где ваше серое вещество? Вот он. Нифига себе, мой подписчик улетел в стенку. У него даже ник. Ну, вы видите, какой, не буду читать вслух. Короче, ID 540-77380. Эх, а у тебя-то был некромансер, но ты... Но ты получишь бан. Посмотрите, как все отлетают. Я не знаю почему, но посмотрите, как далеко отлетают противники. Я просто в шоке, вы это видели? Как они отлетают? Нифига себе. И сейчас, короче, мой подписчик тоже отлетит. Да, да, да. А ну-ка. Ну, ну тут без вариантов, ребята. Ой, P350 Forest Spirit потеряет. Ох. Вот кто бы хотел получить его скины себе, поставьте плюсик в комментариях. Блин, так было бы гораздо круче, чтобы нормальным игрокам отдавали скины читеров. Кто согласен, плюс в комменты. Ну и конечно же, какой же читер-патруль без летающих читеров? Это, ребята, видео не исключение. Давайте смотреть. Вот он наш попрыгунчик. Прыг-прыг, скок. Застывает в воздухе, застревает. Стреляет через стенки. Короче, вот его ник. И сейчас мы увидим его ID. Его ID 594-04-252. Пока! Видео идет всего лишь 5 секунд. Коротко и ясно. Давайте смотреть. Мой подписчик сейчас получит хедшот, да? Да! И кто бы сомневался, от парня под ником Хлопчик. 587-933-52. Ох уж эти любители прострелов. Дружище, я тебе даю абонемент на Банановые острова. Скажите мне, пожалуйста, хоть кто-то, почему читеры так любят позориться? Ребят, вот один читер, посмотрите на него. Выбегает, пытается кого-то убить и... его убивает. Ну, ну зачем ты так? ID 585-91-340. Пока. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий и напишите, что вы думаете о этих читерах вообще. Также, если у вас есть читеры, обязательно скидывайте мне их в ВК. Ну или пишите мне какие-то смешные комментарии, может попадете куда-то. Все, давайте, пацаны, всем пока.